Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Мы прилетели в супер крышесносную секретнейшую локацию, чтобы сделать для вас здесь охренеть какой мега познавательный криптоконтент. Поэтому ставьте лайки. Вон чувак сейчас будет. Прикиньте, тут реально можно снимать, чуваки. Он сейчас будет слетать и, короче, будем надеяться, что крипта тоже скоро будет взлетать, вот что я вам хочу сказать. Поэтому, ребята, если вы действительно криптоэнтузиаст, а не какой-то галимый спекулянт, то go на канал. Gracias. Чао-чао. И вот, ребята, мы оказались в джунглях. Мы оказались в джунглях, и тем не менее, все равно смотрим с вами за нашими крипто-джунглями, что тут происходит на рынке. Короче, утро у меня началось с того, что я посмотрел и почитал все новости и ужаснулся. Так, только. При этом я вам показываю сейчас график BitGet токена, BGB, который даже не упал. Посмотрите, у нас все рушилось, да? А BGB все еще, посмотрите-ка, находится в восходящем аптренде. И импульс не закрыт полностью, и он закрыт как раз до 0.618 фибы, то есть до уровня золотого кармана, друзья. Поэтому сейчас, если мы говорим о продолжении аптренда, скорее всего и даже в BGB будет отличная точка входа. Но, конечно, будем посмотреть, может быть, он и на 78 сходит. Я что сделал, если вы меня внимательно смотрите, я разгрузился BGB вот здесь, о чем вам сообщил в Телеграме. Обязательно проверьте подписочку на наш Телеграм. Вот, а покупал, собственно, BGB всю дорогу вот здесь, пока он валялся в накоплении. Чего сейчас и делаю с другими альтами. Чего я вам желаю. Потому что, смотрите, памп, конечно, очень хороший на нем произошел, да, на 3x где-то. Но это тоже, скорее всего, не предел. И надо понимать, что BGB, если, конечно, биржа BitGet не соскамится, а будет расти, то его ждет успех, возможно, такой же, как и BNB. Другой вопрос, что сейчас все, конечно, переживают из-за FTX, из-за Alameda, из-за всех этих Silvergate, кто там у нас еще соскамился. И в итоге просто сейчас такая паника и страх на рынке. Вот мой коллега богатейший Ди, посмотрите, просто каждый его видос орет о том, что все, это крах, это конец, продавайте все, спасайся, кто может, коллапс всей системы. И не только у него, кстати, я сегодня немного прошерстил. Ди, привет тебе, кстати, заходи на криптогон, чувак. Хорош ломаться. Короче, просто один негатив, почитайте. У меня вам, кроме моего канала, никто вообще не скажет, что все нормально на самом деле. Вот, поэтому, что я вам хочу сказать. На таких новостях надо покупать. Это абсолютно точно вообще. Прям, вон, посмотрите, 4-часовой RSI-кин у нас уже отпрыгнул. Мы точно отскочили по биткоину от, опять же, уровня золотого кармана. Ребят, это работает. Я просто вам всегда показываю. Это абсолютно точно работает. Посмотрите, золотой карман, трендовая. Опять же, на дневном таймфрейме у нас здесь находится мувинг. Очень важный мувинг. Это 200-й. Я вчера оговорился в видосе, ребят, простите, пожалуйста, я назвал его сотым. 200-й дневный скользящий средний мувинг. Посмотрите, откуда цена отбилась. Точно 68-я фиба, точно 200-й мувинг. Точно на сигнале по TRDR, который мы увидели. Поэтому, ребят, вы будете читать кучу хейтов в комментариях, потому что я их не удаляю. В отличие от других говноблогеров, которые оставляют только хорошие комментарии, я этого не делаю. Поэтому вам будут все писать сейчас, что это все говно, что рынок скамится, что никогда уже не будет иксов, что биток летит там на 8000 и так далее, или на 12. Но вы думайте своей головой. Никто не знает будущего, я тоже не знаю будущего. Да, может быть такое, что биток соскамится и улетит туда. Но, блин, чуваки, когда все этого ждут, камон. Все ждали на хаях пробития 100 тысяч, а сейчас все ждут пробития лоев. Ну, не знаю, друзья. Поэтому тут как бы сейчас такое время, что тут даже... Ну вот, я вам делаю теханализ. 78-я фиба, индикаторы, отскок, все работает. Просто фишка в том, что надо торговать нормально. Надо не суетиться, не влетать на всю котлету там на локальных хаях. А это все мы это делаем. Я тоже это делаю. Все крутые трейдеры тоже иногда это делают. Надо не торопиться, плавненько заходить там, где ликвидируют ваших соперников, грубо говоря, которые вам отдают деньги, там как раз надо и заходить. Вот, смотрите, RSI-кин развернулся, все еще может быть двойное дно с заколом, и тогда он сделает вот так, а может и не быть, но в целом это все пойдет наверх, поэтому, на мой взгляд, на споте сейчас нужно только набирать крипту. Соответственно, на фьючах аккуратненько и торговать тоже в лонг.
Вот, а по поводу USDC, коллапса вчерашнего, ребят, ну я вам говорил, если вы помните, что USDC это вам не Terra Luna-вский этот какой-нибудь UST, это нормальный стейблкоин, серьезный. Если уж говорить о надежности стейблкоинов, пожалуй, USDC это самый такой, это чуть ли не CBDC, понимаете, с точки зрения вот американского правительства, с точки зрения SEC, они все говорят, что Circle это самый нормальный USDC с самым прозрачным, как бы, обеспечением. И вот мы это и видим, что, ребят, вчера крякнул банк этот самый Silicon Valley, также крякнул Silvergate, а в этих двух банках у USDC, собственно, и было порядка 15% обеспечения. И что мы видим сейчас, что цена восстанавливается, о чем это говорит, что, видимо, они либо пополняют обеспечение, надо посмотреть, либо они сжигают необеспеченные токены, что, в принципе, и то нам как бы с вами по барабану, нам главное, чтобы цена вернулась к паритету с долларом, так как это стейблкоин. И вы знаете, я ставлю на то, что она вернется туда. Я вчера вам об этом сказал, я сам не взял этот трейд, потому что я летел в самолете. Напишите в комментариях, и у нас в телеге, кто взял этот трейд и сделал буквально просто бесплатные легкие деньги, купив доллар по 0.88. Интересно будет почитать. Вот, и напишите, конечно, также свое мнение, думаете ли вы, что все вернется, и что биткоин восстановится, и USDC восстановится, или вы считаете, что все соскамится и всех обреют. По поводу эксперимента на Фемикс, вот он все еще продолжается. Напоминаю, что на этой бирже идет сейчас замечательная акция для подписчиков CryptoCommons. Все подробности у нас в Телеграме. Вот, дата проведения акции с 10 по 29 марта. Торговые призы до $1000. Для участия обязательно заполнить форму. Ссылку вы на форму найдете в описании. И более подробно почитать можете о призах у нас в Телеграме. Йо. И, собственно, что, смотрите. Вчера здесь было $1000. Сейчас уже 1020. То есть прибыль составляет, нереализованная прибыль, 2% в сутки. Это при том, что третье плечо. И, на самом деле, чуть раньше здесь уже было $1040, то есть уже было 4%. Я ничего не говорю, здесь могло быть и $900 сегодня, и 800. Я к этому готов, к просадке. И когда мы торгуем с плечом, это всегда большие риски. Но я говорю о другом, что здесь, имея $1000 сейчас на счету, вы можете занять еще до 4. В данном случае я занял 1,5. И на них купить еще крипты, которые вам не достает. Собственно, в этом прикол кросс-марджина. Это просто спот, но с обеспечением, который вы берете в кредит. Сразу хочу сказать, ребят, дисклеймер, не финансовый совет, маржинальная торговля – это опасно. Потом, если вы исповедуете ислам, то это не по шариату, нифига, торговать с плечом на заемные. Но если вы понимаете, что делаете, идете, берете на себя все риски, то реально круто, вы сейчас можете занять и накупить дешевые крипты, если вы считаете, что она дешевая, потому что потом она отрастет. Смотрим Dash. Причем давайте посмотрим Dash у меня на Bybit, потому что здесь была хорошая разлиновка. Я, как вы помните, разгрузил позицию. Вот у нас все, опять же, было четко. Посмотрите, вот у нас был тренд. Мы постоянно от него отбивались. И вот здесь у нас была точка. Нет, здесь мы от него еще отбились. Здесь у меня как раз была убыточная позиция. Но я из нее вышел вот здесь. Когда мы отверглись от сопротивления и начали сыпаться, я из нее вышел руками и забрал большую часть накопленной прибыли вот отсюда. Теперь что мы видим? Dash упал очень сильно. На самом деле, он вот здесь он пытался удержать золотой карман, но это тоже не гарантия, друзья. Видите, он провалился еще ниже. Но, честно говоря, здесь была попытка отскока, и я думаю, что на самом деле, посмотрите опять же на RSI 4-часовой. Давайте посмотрим на дневной. Я думаю, что по Dash, скорее всего, да, дневной RSI укатан вообще в днище. У лайткоина, кстати, то же самое. Я думаю, что они сейчас начнут отстреливать и закрывать все это падение. Но, дисклеймер, друзья, это всего лишь мое мнение. Как бы, да, мы видим, что даунтренд был вот до сюда, он закончился. Здесь мы сломали тренд, у нас начался аптренд. Но первый пузырь в аптренде всегда может быть таким, что он может сдуться и до конца. Поэтому, дисклеймер, не надо сейчас влетать на всю котлету. Контролируйте риски. Но как минимум залетать сейчас ведрами потихонечку в Dash, я думаю, что это отличная идея, как и в Litecoin, и в остальную крипту. Вот такие сегодня мысли, друзья мои. По сигналам, еще раз повторяю, наверх. По индикаторам Into the Cryptoverse абсолютно наверх. Ребята, это просто чума. Смотрите, все индикаторы, уровень риска ниже 0.2. Это очень крайне редкий риск. Такой риск у нас был всего 2 раза на обоих днах медвежьего рынка. Поэтому смотрите, недооценка до средней минус 51%, то есть памп на 103% просто, как говорится, уже практически гарантирован. Так что, ребят, ну что я еще могу вам сказать? Наберите терпения, выдержки, потому что побеждает тот, кто умеет ждать на этом рынке. Не слушайте никого, не читайте никакие комментарии, не отправляйте ни в коем случае никому деньги, если вам там какие-то обещают крышесносные иксы. И помните, что в долгую биткоин ведет себя именно вот так, как показано на этих
графиках. Посмотрите, хешрейт в сети растет. Цена догоняет хешрейт, тоже растет. Потом цена падает. Хешрейт продолжает расти. Халвинг. И снова хешрейт растет. Еще сильнее растет. И цена снова догоняет хешрейт. И снова to the moon, и снова бычий рынок, и опять цена падает. И все такие, блин, криптоскам, опять рушатся банки, крахи, USDT, запрещают майнинг. И снова, посмотрите, хешрейт все еще растет, цена начинает расти. Никто не верит, все продают крипту, корона дамп, скам, битмикс, и бабах, цена снова улетает на десятки иксов наверх. И хешрейт продолжает расти. Посмотрите, даже после дикого дампа, когда китайский майнинг отменили вот здесь, хешрейт восстанавливается. Но, внимание, это самая огромная дивергенция между хешрейтом и ценой. Цена еще не начала восстанавливаться. Чуваки, хешрейт уже переписал максимум почти в два раза. И значит, цена уже должна быть 1120. Все. Дисклеймер, короче, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Такие вот дела. С вами был Гринч, он же Флалала. Добавляйтесь к нам в тележку, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк, всем профитролей, и скоро увидимся. Пока-пока-пока.